dvhub.ru. Нить, которая все последние несколько сотен лет нас объединяла. И вы будете тем же мостиком, чтобы налаживать наши торгово-экономические, духовные и культурные связи. На это есть воля наших стран, руководителей наших государств. Тот союз, который мы составим евразийским, нам все вместе нужно налаживать и по цепочке, по кусочку собирать то, что очень важно для укрепления и нашей безопасности, и наших экономических связей, и улучшения той атмосферы, где мы живем. Еще раз спасибо вам за организацию, спасибо, что вы остаетесь вдали от своей родины, очень нежно и крепко связаны с родиной, с культурой, с историей, с традициями. Огромное спасибо. dvhub.ru